Всех приветствую на прохождении мистера Выживальщика. Так, в этой серии мы с вами продолжим строить ракету. И, наверное, повыполняем некоторые задания, побегаем, поищем. Так, изменил наш курятник слегка. То есть, помните, у нас был он такой вот длинный и широкий, а это сделал вот поменьше его, не знаю, для экономии места. Да плюс много курам-то и не надо. Так, добавил два вида кур, один для яиц, второй, чтобы перья добывать. Потом здесь поставил вот эти вот печки, разделил их вот такими вот комнатками по одной штучке для более продуктивного действия, потому что сюда так входит, к примеру, 3, а так можно было 4 поставить, так что в принципе ничего такого нового и нету, ну, кроме улика. Можем мед добывать, он у нас действует как энергетик. Потом поставил разливочную машину. Теперь не парюсь, просто посадил семена. И хожу, только собираю, и все. И плюс еще вот вода у меня собирается. То есть она как-то тут накапливается через грунтовую воду, я так понимаю, очищается. Поставляется вот сюда, ураситель, и все. И у нас идет полив. Поставил маленькую кухоньку. Поставил морозильник себе. Теперь здесь у нас продукты будут храниться вечно. Ну, то есть можем теперь даже и не париться, что они, к примеру, там пропадут. И плюс сушилку поставил. Сушилка нам нужна была чисто для муки. Потому что я не знал, как делать муку. Нужно брать, получается, это как его... вот эту вот пшеницу. Берешь, ложишь ее в сушилку. И как раз у вас получается мука. Так что ладно, давайте, наверное, посмотрим, что нам нужно будет для ракеты. Так, авиагоризонт. Авиагоризонт мы получили с вами. Я за кадром бегал в лес. Давайте покажу. Вот, бегал в лес. Починил канатную дорогу на 5 уровне. Ну, там, в принципе, ничего интересного не было. Нашли только с вами самолет. Так что вот, на 5 уровне я получил вот эту штуку. Авиагоризонт, который нам понадобится. Так, все, давай домой. Сейчас с вами переработаем древесину и попробуем улучшить нашу ракетку. Не знаю просто, сколько уровней нужно будет пройти. Ну, то есть это уже будет второй раз, когда мы с вами будем ее улучшать. Надеюсь, что третьего не будет. Да, я жирю. В основном, если кто-то будет играть эту игру, то это фарм в основном денег. По большому счету. Потому что реально баблусики здесь нужны, чтобы покупать. Так, ладно, что нам нужно? Давай смотреть. Нам нужно металла 60, пластик 20, авиагоризонт. Хорошо. Пластик, металл, есть. И давайте авиагоризонт. Все, строить. Давай смотреть. О, ля, потихонечку вырисовывается картина. Ракетное сопло, да? Мне интересно, реально, можно ли отсюда улететь или не? На этом игра закончится, я так понимаю. Угу, свет закончится, нужно будет дерево потом сюда положить. Ну, сейчас мы уже закончим. И заправим наши генераторы. Так, отлично. Угу, мне письмо пришло. Как вовремя, шикарно. Так, побежали. Мы сейчас с вами заправим. Как раз вот этих 5 штучек мне хватает на мой бункер с головой пока весь. Так, давай съедим с тобой меда. Во, сбегаем, положим наш металл. Обратно. Так, 40 штучек, маловастенько. Нужно будет опять закупать, бегать, торговать с металлом. Давай смотреть, что у нас тут ждет. Так, взять все, хорошо.
А, ну да, и как раз пока весьма не забыли, я нашел счетчик Гейгера, который ему нужен был. На свалке лежал возле нашего нового знакомого. Все, шикарно. Сейчас давай дождемся, может, мало ли, письмо какое-то придет. Так, привет, ты чего-то хочешь? Привет, сосед. Это для тебя. Подарок, это за то, что я соль дал. Она приходила, у меня соль попросила. Прикольненько. Борщик. Няма-няма. Так, давай положим борщик в морозилку. Вот сюда вот. И подождем 20 секунд. Сейчас, по идее, к нам что-то должно будет прийти. Да, письмо пришло. Так, шикарно. Теперь давайте смотреть, что у нас происходит здесь. Так, это кто? Улучшение ускоряет создание предметов. Ага, то есть сюда его, да, можно покласть и улучшить. Все, теперь мы... Хорошо, отлично. Давай, наверное, сделаем вот так. Вот, не знаю, какую-то комнатку. Во, вот такая, да, пусть будет красивая. Теперь мы сможем быстрее улучшать наши... Че делать наши вещи, хорошо. Читать книгу. Что это? Так. Проводит в комнату дополнительные возношения. Может использоваться для более эффективного сбора воды. Хорошо. Так, это улучшает, ускоряет предметов. Окей. То есть для сбора воды нам нужно будет сюда его поставить. Хорошо, металл, древесина, пластик. Ну давай создадим. Только я не знаю, сколько штук надо будет. Так, металл, древесина, пластик. А сколько штук тебе надо? Так, читать. 2, 3, 4. Давай создадим 4, не знаю, посмотрим. Если что, то на крайняк половину потом разберем. Все, шикарно. Шикарно. Так, читать, что еще можем. Ну, это нам, в принципе, не надо, да? Насосное. Угу. В комнату дополнительное освещение может использоваться для более эффективного сбора воды с помощью... Ведер и... Угу, то есть я не то сделал, да? Так, погоди, погоди. Насосная, насосная, хорошо. Давай тогда мы возьмем с тобой сейчас вот эти вот штуки. Сделаем... Давай тоже 4. Честно, честно, без понятия, сколько нам, в принципе, этого нужно будет. Сейчас надо будет меда покушать. Так, еда, мед есть, есть. Хорошо. Теперь давай смотреть. Так. Ага, это улучшает. Это нам сюда, да, получается? Так, улучшить. Во. Трубы, трубы, трубы. В принципе, мы сделали, да, то, что мы хотели. Давай посмотрим. Открыть. Так, 15-18. Ага. Ну, вроде быстрее пошло как-то. Если не ошибаюсь, вроде бы как-то быстрее пошло. Правильно я понимаю? Так, проведет в комнату дополнительное защищение. Может использоваться для более эффективного сбора воды с помощью ведер и ватерлоу. Вот это вот оно, да? Ватерлоу, да. Хотя, наверное, надо было вот эту вот насосную штуку сюда перенести и поставить. Чтобы одно одной комнаткой так было у нас. А аквариум, наверное, ниже, да, поставить? Как думаете? Ну, чтобы реально оно все у нас было здесь на одном уровне.
Просто нужно будет этот аквариум разбирать и переносить его вниз. А эту штуку вверх. Так, хорошо, этим мы сейчас займемся с вами. Давай прочитаем письмо. Так, уважаемый мистер Выживальчик, спасибо за счетчик Гейра. Теперь у меня больше шансов выжить. Помните мой первый подарок? Уже начали мастерить средства передвижения, не сомневаюсь, задача вам по плечу. Но детали должны быть идеальные, а найти такие не просто, когда все приходится спирать самому, рано отчаивается. Я знаю, где добыть очень полезную вещь, универсальный ИИ модуль управления ракетой. Она на заброшенной базе, наблюдатель неподалеку от... Когда там отправили в космос розы, бла-бла-бла. Хорошо. Отлично, то есть у нас появилось новое место, правильно я понимаю? Нет, не появилось. Почему? Ладно, давайте ляжем в спадки. А с утра уже прочитаем. А где же оно находится? Это, наверное, мне на машине надо будет ездить. Или где оно реально на нас находится? Просто интересно. Так, давай просыпайся и давай еще раз прочитаем. На заброшенной базе наблюдатель неподалеку от Мерикосвеля. Когда-то там отправляли в космос грузы. Увы, не могу назвать точное местоположение, но вы справитесь, мистер Выживальчик. Насколько я понял, это, наверное, она будет нам на тачке это все делать, ездить, да? Давай, это мы разбираем, это нам не надо. Сейчас мы это разберем, это мы тоже разбираем. Нужно тогда будет закупиться сейчас, наверное, бензином. Так, взять. Хорошо, бензин у тебя. И мне надо будет много бензина, я так понимаю. Ну и металла тоже. Так, давай спускайся вниз. Книгу мы пока сюда. Она нам не надо. Так, кубики сюда, вниз. И нужно будет разделить на... Хотя бы вот так, ну чтобы мы могли заправлять своими генераторы. Давай смотреть, можешь реально перенести ее наверх, или пусть снизу поезд стоит тут. Как думаете? Стоит ли перенести эту систему вверх? В принципе, она и так работает. Оно реально, в принципе, и так работает. Но... Хотелось, чтобы оно было на одном уровне. А здесь аквариум сделать ниже. Вот тут. Давай попробуем. Так, открыть. Взять все. Это мы забираем. Хорошо. Спускаемся. Так, улучшить. Так, положить все. Отлично. Теперь, значит, мы забираем у тебя лампочку. Она тебе тут не нужна. Теперь мы идем вот сюда. Забрать. Взять. Давай печку тогда возьмем. Все. Теперь машинку мы вот сюда наверх ставим. Так, улучшить. Машинка у нас будет стоять. Так, отойди чуть, пожалуйста. Ничего не вижу. Вот так вот машина тут. Лампочка у нас будет одна вот тут. Одна вот тут. Все, шикарно. И плюс еще печку, да, можно поставить будет, наверное. Вот здесь. Да, по поводу собаки. Собаку я так и не нашел. У меня стыд, конечно, ее. Это как его...
Собачья берлога. Ну, так я реально ее и не нашел. Что вы, зайчики, стричь вас надо, да? Давайте, не кричите, все. Давай, доить. Стричь. Доить. Отлично. Вроде система работает, вроде работает, да. Хорошо. Давай полы сделаем белыми, давай. Чтобы было все красиво. Ну, либо вот такими, вот-вот. Все. Теперь идеально, теперь машина у нас находится на одном уровне. И по идее должно быть быстрее это все работать. Так, аквариум у нас будет ниже. Плюс еще здесь не заполненные. Так, что от меня требуется? Так, водород. Металл, электроника. Хорошо. Хорошо, отлично. Водород, металл, электроника. Так, разобрать. Мы же это читали, правильно? Да, почтальон пропадет у нас. Окей, давай вздремнем. А водород, наверное, реально надо будет искать, на машине ездить по пустыне. Потому что других мест я тут не знаю. Ну, либо на пятом уровне, чем на шестом в лесу. Так, бензин есть, отлично. Теперь мы сюда... Металл убираем. Маловастенько, но что поделаешь. Просто тут можно металл добывать, либо покупать его. Где ты? Вот. Понемножку. Ну, либо закупать топливо и бегать на шахту. Там тоже копать. Но опять же, если бегать на шахту и закупать, а мне нужно будет на дорогу, на путешествие. Ладно, ну, сейчас погаснет, да, свет? Давай вниз спустимся. Спустимся вниз, заправимся. И сейчас посмотрим. Я просто не знаю, сколько мне нужно будет реально нафармить бензина. Так, давай, наверное, к шахте сбегаем. Там заправим его. Пусть, ну, металл нам реально в любом случае понадобится. Хотя, зачем мне металл, если я могу его закупить вот туточки. Так, иди сюда. У Серджио я могу закупить металл. Да, конечно, маловастенько, но что поделать. По чуть-чуть, помаленьку. Так, все, хорошо. Торговать, давай сбегаем сюда, заберем из капканов наши хвостики лисья. О, так, доить, стричь, доить, стричь. Все, я вот тут капканы расставил. Пару штучек. Специально, чтобы собирать лисьи хвостики и продавать их. Ну, чтобы бабки фармить. Ага, надо будет закупить наживку. Так, побежали, наживку закупим. Сейчас сразу установим. Давай. Побежать домой, сейчас сразу закупим наживку, установим на ночь. На ночь установим. Где ты, наживка? Вот наживка. Хорошо. Могу что-то продать тут? Да, могу вот хвостики продать. Плюс 115. Так, сейчас мы подождем. Так, вздремнуть. Давай вздремнем. Дождемся как раз нашего почтальона, потому что на пару дней он пропадет. Отлично. Так, взять все. Побежали в лес. Чё в лес? Побежали к фермеру. Сейчас остановим наши ловушки. Давай. Так. Все, быстрая установка. Есть, хорошо, быстрая установка.
Так, отлично. Побежали домой. Все, да, вижу. Ты басички хочешь. Все, можно, в принципе, ложиться отдыхать. Хотя давай, наверное, сейчас попробуем разобрать вот это все. Пока мы сильно еще не устали. Надо будет сразу купить еще бензина. Все, ты хочешь спать. Пошли спадки. Идем отдыхать. Сейчас быстро поняем и продолжим. И надо будет дождаться воскресенья, поохотиться на инопланетянов. Да, нас тут инопланетяне похищали. Ничего, в принципе, интересного не было. По полю побегали немножко. По полю побегали от них и все. И, в принципе, на этом все и закончилось. Так, давай разбирать. Неделя, в принципе, быстро проходит. Так, дай мне еще бензина, дай мне еще металла торговать. Во, и как раз электронные компоненты мы можем уже покупать с собой. Это отлично, они нам пригодятся. Давай разбираем. Конечно, по одной штучке закупать, типа один раз в день можно закупить, но все равно уже приятно. Так, давай. Блин, вроде быстрее должно все идти, но что-то я не могу понять. Или это создание предметов просто ускоряет. Хорошо, это мы забираем. Смотрим, что мы продать можем. Хвостики, где наши хвостики? Надо кому-то хвостики. О, да, отлично. Так, разбираем дальше. Да, я улучшил себе тачку, поставил там солнечные панели, но они что-то вообще не работают. Не знаю, в чем прикол. По идее, должно заряжаться и ездить без бензина, а оно что-то вообще не хочет. Кажется, он проснулся и не хочет. Ладно, давай там и сюда. Письмо убираем. Ага, нужно немножко вздремнуть. У меня есть, конечно, напиток, который дает нам энергию, но тратить пока мест не хочу реально его, чтобы у нас оставался. Так, дай посмотреть, что у нас здесь. А ну давай посмотрим. Так, ну вроде еще есть еда. Давай посадим. Угу, одну штучку, ну и ладушки. Одно так одно, правильно? И для козочки тоже. Все, сейчас идем молоко спрячем. И продолжим дальше разбирать. Так, молоко спрятали. Вот эта вот еда наша вся. Ну, по идее, не должна портиться, но как мне написали. Ну, что-то я смотрю. Что-то оно портится, да, у нас? Ну да, цвет меняет. Ага. От этого уже мне не нравится. Тогда нужно продавать. Продавать и что-то делать. Так, что ты не хочешь? У меня ничего купить. 10, хорошо. Тогда давай что-то готовить будем. Можем что-нибудь приготовить. Давай смузи сделаем. Ну, то есть реально у меня продукты не должны были пропадать в этой морозилке. Почему они пропадают? То есть я бы не делал бы морозилку, я бы обычным холодильником пользовался. Ну то есть видите, он у меня полностью зеленый сейчас кубик. А апельсин уже оранжевый.
Ладно, непонятно, непонятно. Ну, то есть оно реально должно быть полностью все. Все зеленым. Ну, пропадет, значит пропадет. Может из-за того, что иногда электричество выключается. Хотя я стараюсь следить за этим и не допускать прям выключения такого. Ну ладно, и по поводу еды, в принципе, яйца есть, молоко есть, можно будет сыр потом наделать и, в принципе, не париться насчет этого. С голоду мы не пропадем с вами. Так, это вкусняшка для собаки нашей. Угу, да, все портится. Хотя, вот написано, вот смотри. И да, в этом контейнере никогда не испортится. Апельсины, это ж еда. И да, оно портится. Непонятно, непонятно. Ну ладно, ладно, допустим, что это у меня бах какой-то. Так, ладно, можно ложиться спать, я думаю. Не знаю, походу реально бах какой-то у меня. Так, давайте мы с вами, наверное, сразу сделаем чучело, приманку. Давай, 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 давай. Нам там мука понадобится и что-то еще, я не помню. Где наше чучело? Вот. Козлиная бомба, чтобы взорвать пришельцев. Соль, камень, ткань, мука. Соль, камень, ткань, мука. Так, соль. Камень, ткань и мука. Создать. Я просто не знаю, сколько штучек надо их. Давайте одну сначала создадим. Ну, чтобы на всякий пожарный, чтобы оно было, чтобы я не забыл потом в воскресенье сбегать. Так. Ладно, выглядит достаточно убедительно. Но теперь нужно дождаться следующего воскресенья. Да, хорошо, дождемся без проблем. Так, муку можно прятать. Где наша мука? Вот наша мука, вот наша соль. И все остальное тоже можно, в принципе, прятать. Так, металл, камушек, ткани много, пластик, электронные компоненты. Ну, в принципе, нам хватает. Только деревца, наверное, взять бы чуть-чуть. Так, а давайте сбегаем, посмотрим, что нам нужно, чтобы починить этот, как его, 5-й уровень. Погоди, стой, а мы же спали, да, с вами? Тогда дай мне заказать топливо. Ну, попробуем покататься, я не знаю. Потом поездить. На тачке в пустыне поездить. Посмотреть, может реально мы сможем найти то, что нам нужно будет. Так, 5-й уровень. Что нам нужно для починки? Так, починить. Электроника 30, металл 30, один рычаг. Окей, 30, 30 рычаг. Ну, в принципе, у меня это все есть. Мне просто интересно, нужно ли будет потом для ракеты что-нибудь из электроники. Электроника 20. Угу. То есть 30 и 20 электроники. Это за что получить ракету нашу? Ладно, 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 тогда торговать. Торговать. Сейчас дождемся. Взять все. Разобрать. Нам 15 топлива реально намного не хватит. Мы только 3 раза сможем проехать с вами. Так, иди сюда. Не-не, вот сюда. Где наши, где наши, где наши 16, надо будет еще 4 потом найти. Ну, в принципе, ладно, 4 мы там найдем. 30
Окей, и давай рычаг. Нам в любом случае нужно будет ремонтировать. Так, побежали. Давай, наверное, зайдем, положим все в машину. На всякий пожарный, чтобы у нас было, чтобы мы его тут не таскали с вами. Давай, побежали в машинку. Так, открыть ящик. Топливо сюда сложим. Вот, я же говорю, сделал солнечную панель сверху, видите, да? Она вроде и зарядилась. Недостаточно топлива, ехать вперед. Она вроде и зарядилась, а вроде и нет. Ладно, подождем тогда еще немножко. Побежали на ферму вроде, да, я хотел сбегать, либо не, не помню. Сейчас на ферме заберем с вами наши хвостики, если они здесь готовы. Да, хвостики готовы. Тогда давай стричь. Хорошо. Собрать. Быстрая установка. Собрать. Остановить. Надо будет еще закупить приманки. Так, хорошо. Надеюсь, мне приманки хватит на... Эх, нет, не хватит. Хорошо, две не хватило. Ну и ладушки нужно будет сейчас закупить. Домой сбегать и пойти в лес отремонтировать нашу канатную дорогу. А потом уже с канатной дороги посмотрим, может, что реально интересное мы там найдем с вами. Так, давай домой. Ножнички убрать. Канатную дорогу отремонтировать, заказать приманку. Хорошо, и продать хвостики. Отлично, отлично, отлично. Здесь больше никто ничего покупать у меня не хочет. Так, вроде никто, да, ничего не хочет купить у меня. Ну и ладушки, побежали ремонтировать канатную дорогу. Блин, забыл взять с собой энергетика. Да? У меня ж нету? Да, нету. Хорошо. Давай, наверное, мы все-таки сейчас сбегаем домой, выспимся. И пойдем как раз отремонтируем нашу канатную дорогу. Давай. Ложись вздремнуть. Так, меда есть? А, вот, у меня мед есть. Давай меда поедим. Побежали. Так, а ты что принес? Ага, отлично. Отлично. Что по поводу еды? Есть. Есть. Все, побежали. Да, пехоль у нас уже с вами есть, так что нормально. В принципе, от волков и от змей мы отбиваемся уже спокойно. Он дал мне, короче, дед, даже точнее продал мне пушку, которую нужно будет создать. Но там, не знаю, надо будет ее делать, не надо. Крыться посмотрим. А я металл забыл, да? Ну да, я забыл металл. Кто молодец? Арчи молодец. Я взял вместо металла землю. Ну, вообще красавчик. Так, вот. Отлично, земля мне не нужна. Побежали. Давай только шапочку сразу на тебя наденем. Так, потому что сейчас будет темно. Видно, вообще ничего не будет. Поехали. Так, я надеюсь, мы с вами хоть что-то увидим. Так, давай, рычаг есть, металл есть, электроника есть, починить, чиним. Блин, надеюсь, там что-то будет интересное, что я не зря потратил 30 электроники. Поехали. Как минимум тут должен быть снежный человек. Ага, место обитания кабанов. Так, ого,
Ого, я понял. Сейчас мы сюда сходим. Сейчас я посмотрю, может, справа еще можно пройти. Не, справа у нас тупик. Ладно. Побежали. Побежали к... Ого, сбегаем. Так. Ого. Приманка, приманка. Ну, это неинтересно. Это у меня все есть. Так, что дальше? Ага, волки позорные, да? Так, а мне есть топор. Надеюсь, я его взял. А я топор не взял, ребят. Держу в курсе. Ага, а если без топора, дальше на что? Дальше у нас только волки позорные, понял. Ладно. Нету топора, значит нету. Побежали, значит, сюда. Блин, а если он понадобится? Идемте домой, делай топор. И с утра уже будем с вами смотреть, что здесь происходит. Так, металл. Одна штучка мне надо. Где наш топор? Топор металла 2, древесина 4, хорошо. Металла 2, древесина 4. Так, дай сюда, это сюда, и древесины тоже мне дай. Это можем пока, в принципе, убрать, это нам не надо. Давай создаем топор. Письмо пришло. Да, давай, наверное, поспим. И с утра мы с тобой пойдем. Так, ложимся, басички. Потом прочитаем письмо уже с утра, когда проснемся. Во, такими темпами мы до воскресенья с вами можем и дождаться, да? Будет хорошо в этой серии как раз с помощью ловушки поохотиться на пришельцев. Хорошо, давай понямаем. Так, съесть все. Хорошо. Так, съесть. Отлично, побежали в лес. Надо таки доисследовать его. Надо таки его доисследовать, правильно? Не зря ж мы тратили столько компонентов на него. Так, побежали. Побежали. Ага, здорово, волки позорные. Все, до побачення. А этого ночью я и не заметил. Хорошо, что мы днем сюда пришли, да? Вот реально ночью я эту штуку не заметил. Так, открыть. Ну, в принципе, неплохо. Так, взять воду. Открыть, взять. Ладно, давай заберем. Мало ли, может пригодится нам эта коробочка. Разберем. Дерево всегда нам нужно будет. Ребят, Ляша нашел. Да ты шо? Винчестер, да? Так, взять. Ага, приманки тоже хорошо взять. И стаканчик ради стекла тоже взять. Все, выходим отсюда. А винчестер это прикольно. Надо будет его где-то дома положить. Так. Все, дальше здесь вроде ничего нету. Да, нам нужно сюда. К нашим волкам с правой стороны, которые... Я же говорю, хорошо, что мы с вами утром пошли, да? Так, давай, рубить.
Плюс еще дерево немножко пофармим. Так, зачем я это рублю? Наверное, чисто ради того, чтобы было открыто это все. Так, побежали обратно. Все, вроде что ничего нету, ну да. Нам, значит, вот сюда нужно. Так, хорошо. Тут у нас крыски. Много крысок. И больше ничего. Ладно, давай их тоже, наверное, сейчас мы быстро мэкнем. Перезаряжаюсь, крыски, аккуратно. Так, осмотреть, рубить. Перезаряжаюсь, крыски, аккуратно. Все, ага, у меня свет дома выключился. Вот этот звук, свет дома потух. Может, из-за этого у меня продукты пропадают, что у меня когда нету дома, свет тухнет. Как думаете? Так, давай рубить. Ах ты, падла. Только не говорите, что это типа в принципе все, что мы с вами здесь нашли. Есть. И энергия немножечко. Побежали дальше. Да, возможно, наверное, из-за того, что у меня пропадает свет, вот так мне продукты портятся. Ну ладно. Все хорошо. Ну, пульки недорогие, они по баксу стоят. Так что, в принципе, можно себе позволить. Тем более, если я 30 штучек заказал. Так, давай рубить. У меня как раз 30 штучек было заказано потрошков. Это, в принципе, не может не радовать. Что это такое? Взять кастрюля, да? Взять все. Даже пульки вроде дали. Ладно, здесь больше ничего интересного я не вижу. Побежали дальше. Ну, не будет хватать нам этого веса переносимого, выкинем. Выкинем это, получается, как какую-то штуку из инвентаря. Типа ящиков. Они, конечно, там много дерева в них хранится, но и место они тоже занимают. Ага. Отлично. Змейки мы тоже, да? Змеек мы тоже макнули. Блин, как же далеко мы бежим с вами. Так, что это здесь? Ага, даже дальше можем идти. Интересно. Что у нас есть? Стаканчики открыть. Взять все. Взять. В принципе, все. Идемте. Нам ничего из этого, в принципе, больше и не надо. У меня потрошки закончились, да? А, нет, две штучки осталось. Два потрошка осталось. Вот это было на тоненького. Просто не хочется домой возвращаться.
Хочется реально домой возвращаться. Так, побежали дальше. А сколько мы так будем блуждать еще с вами? Мне интересно, крыса. Ага. Черт, я умираю с голода. А у меня нету шапаня, мать, если честно. Но надеюсь, мы сейчас крыску с вами мэкнем. Я ж не ожидал, что мы будем так долго с вами бежать. Так. Ну хоть чуть-чуть. Я так понимаю, еще чуть-чуть осталось, так что давайте смотреть дальше. Или это все по кругу повторяется? Или это все повторяется по кругу, по третьему? А хорошо, нам мясо дали. Отлично. А этот лабиринт хоть когда-то закончится? Ага, уровень 6 из 12, да? Хорошо. Угу, мясо не дали. А дайте мясо, пожалуйста. Кусочек. Они дали. Мы, наверное, сейчас с вами тут это знание потеряем, да? Так, 7 из 13. Охотничий домик. А дай мне, пожалуйста, что-нибудь понямать. Очень надо, прям максимально надо. Спасибо. Спасибо, понямал, проверяем. Крыса, понямал, проверяй, да? А, кусочек мяса дали. Хорошо. Знаю, сырое, но что поделать, ребят. У меня сейчас и топор разрушится, да, наверное? Хочется до конца уже пройти на том этапе, который есть, и чтобы дальше не париться. Так, что у нас тут? Ага, у нас тут волки позорные, крысы. И больше ничего нету. Блин, хотя бы какую-то ягодку дали, я не знаю. Либо хотя бы какой-то турист заблудившийся был. Так, 6 из 17. Давай побежали дальше. Да, мы сейчас с вами потеряем сознание скоро. Давай, 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 давай. Все, до побачення. И самое печальное то, что мы до конца так с вами и не дошли. Понял, нужно будет сейчас больше потрошков заказать, больше еды взять с собой. Ого-го. Да-да-да. Обидно, слушай, столько прошли. Давай домой. Давай домой. Надо сейчас генераторы заправить. Чтобы у нас еда не пропадала. Все, бежим к холодильнику. Угу.
Забрать, забрать, съесть все. Есть, есть. Берем с собой вот это вот все, берем с собой. Не знаю, может пригодится. Может реально пригодится. Но потом надо будет опять заниматься едой. Ну что поделать? Ничего не поделаешь. Мне сильно тяжело. А что ты там такого тяжелого носишь с собой? Покажи, пожалуйста. А, стекло я вижу. Угу. Хорошо. Так, разделить. Пусть 14 будет. Так, это мы сюда. Все, отлично. А, дай мне, пожалуйста, потрошек. Так, дедуля, дай потрошек. У нас почтальон пропал же, помните? У нас пропал почтальон. Угу, угу. И что будем делать? Кроме муравью приделывать. А у меня даже пульки нету, да, чтобы разобрать? Блин, знал бы, взял бы пульку. И здесь пульки нету. Ладно, ладно. Ладно. Я просто думаю, чем бы его заняться таким бы. Наверное, в принципе, на этом серию можно, наверное, и заканчивать. Мне нужны нормальные ножницы. Ага, у тебя ножницы нету, да? Ты поломал ножницы. Да нет, вроде есть. Понял, тебе нужны нормальные ножницы. Хорошо, давай тогда их разбираем. Где наши ножницы? Так, топор, топор. Мне нужен металл, во-первых. Дай сюда металл. Сейчас мы сделаем ножницы. Где наши ножнички? Вот наши ножнички создать. Сейчас бегаем на ферму. Только это, наверное, мы разберем. Просто не знаю, реально пару дней нужно будет ждать, пока у нас появится почтальон, чтобы я закупил патроны и чтобы я сбегал туда наверх, до конца прошуршал. Потому что без этого всего я, в принципе, не смогу понять, что там находится. Хотя, может, мы сейчас с вами сделаем топоров побольше и пойдем в лес, сейчас посмотрим. Так, топор, давай штучки 3 создадим. И сбегаем, посмотрим. Может, реально получится в этой серии до конца сейчас пройти все посмотреть. Так, хорошо. Давай открывать воду туда сейчас сложим. Лишнее мы с вами не таскали. И... давай мне сюда энергетик. Давай мне что-то еще. Пить. Хорошо, мед есть. Да, давай мед еще одну штучку возьмем. Все, побежали в лес. Ну, в принципе, ждать смысла, здесь смысла нет, ничего тут дома. Нужно и в лесу побегать. Так. Вот сюда. Только не помню уже, на каком мы были, на каком мы не были. Нужно будет просто, наверное, сейчас пробегать это все. 17-й, да, по-моему, у нас там был. Если не ошибаюсь, по-моему, был 17-й. Вроде бы как бы. Так, мы же вроде здесь рубили или не рубили? Так, побежали. По-моему,
когда здесь находятся животные, ты пробежать просто так не можешь, и тебе нужно с ними сражаться. Да, вот видишь, закрыто. И нужно с ними сражаться. Были бы у нас эти, как его, потрошки, было попроще, конечно. О, хорошо. Ну давай зайдем посмотрим, но мы здесь реально были, здесь вроде ничего больше не осталось. Ну, кроме воды. Взять все, хорошо. Есть. Ля, еще одно ружье. Серьезно? О, хвостик нам дали чей-то. Взять. Ладно, побежали. Но вода нам не надо. Вода у нас там есть. Хватает за по глаза, ребят. Так что. Так, 6. Так, 6 и 3 уровень, окей. Нам вроде на 17 надо, если я ошибаюсь. Ух ты, во сколько тут. Ну ты крыса. Так, побежали. Так, что тут, волки позорные будут? Или не будут? Так, ага, кастрюлька, кастрюлька. О, потрошки дали. Ого, да, нам дали потрошков, хорошо. Все, прекращай. Я тоже рад, что нам дали потрошки, но не до такой же степени. Все, давай, волки позорные. Добаченим. Так, 6 из 6, хорошо. Ничего не вижу, конечно. Что происходит? Не знаешь, что все время убивало? Вот этот выгорок, когда ты им топором волку в голову даешь, и он не с первого раза откисает, а чисто с 17-го. Я понимаю, что это все условности игры, все дела, но... Ну, камон. Камон, как раз, ребят. Слишком тяжело, моешь ты зайчик, а что тебе слишком тяжело? Что ты тут несешь такого прям тяжелого? Металл 46. Хорошо. Так, не можешь взять, да? Взять. Ну, тяжелый, все, давай, побежали. Ладно, металла мы с вами видели, сколько нафармили. Вот это вон мне нравится, конечно. Ага. Металл мне нравится, что мы нафармили много с вами. Змеиное яйцо, ребят. Эль, шо это? А, змеиное мясо. Я думал, змеиное яйцо. Думаю, о, можем сейчас змеи выращивать с вами. Но не. Змеиное яйцо, блин. Алло. Расчехлись. Побежали дальше. Все, забудь про волка. Побежали. Сейчас ты опять сознание тут потеряешь. Оно нам надо. Волки позорные. Чей крыса? Так, что у тебя здесь? У тебя вкусненького тут есть, интересненького. Потрошки. Так, ну давай стекло, наверное, и пластик оставим. Мне, в принципе, это не надо. Вот бы... Слишком тяжело, да, ты говоришь? Слишком тяжело, хорошо.
Так, давай, побежали, пока мы спать не захотели. Давай, 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 выходим. Просто голод — это голод. Это, в принципе... Все, побежали. Пока мы здесь потрошки побежали. Быстрому пробежим. Даже останавливаться не будем. Ого. Все, побежали. Потому что очень-очень-очень-очень резко хотим спадки. Ага. Мы, наверное, опять с вами не пройдем. Ну, значит, ребят, придется мне либо в одного бежать, либо я не знаю. Ну, то есть, вы видите, он опять спать хочет у меня. Я бы не отказался вздремнуть 6 из 13. Тогда, в принципе, думаю, на этом можно серию и заканчивать. Пусть он, падла, теряет сознание и отправляется домой. Все, мы отправляемся домой. На этом серию заканчивает. Без записи я уже побегаю, посмотрю, что там есть интересного. И дальше уже в следующей серии попробуем сесть в тачку. И на тачке попробовать покататься, поискать этот его недостающие детали для нашего корабля. То есть нам нужно будет топливо где-то достать. А где его достать, я, да, честно, без понятия. Вот реально без понятия, где-то топливо доставать. Ну что, почтальон у нас вернулся назад или нет? Или его все еще нету? Не, почтальона еще нету. Ладно, давай ложимся вздремнуть. Подождем потом до следующего дня почтальона. Я его дождусь, закуплю потрошков и как раз... И как раз с вами таки сбегаем, посмотрим, что там в том лесу. До конечной. А чё вы такие, чё вы на кипише? Чё вы на кипише, зайчики? Всё ж хорошо было. Всё? Или вы мешаете тут друг другу? У меня курица что-то на кипише сильно. Выложить. Угу. Бивень, прикольненько. Реально, я не могу понять, почему у меня куры. Вот видите, это они типа кипишуют. Может, реально из-за того, что здесь у нас разные породы, хотя вроде не должно. Ну ладно, кипишуют, так кипишуют. Что я могу поделать? В принципе, ничего я поделать тут и не могу. Так что все, ребят, всем мур-мур, всем пока-пока. В следующей серии уже услышимся, увидимся. Попробуем покататься на машине и закончить нашу ракету. А я как раз еще пофармлю немножко материалов. И нужно будет как раз бегать в лес, посмотреть, что там до конечной. С курями разобраться. Надо будет, наверное, убрать одного. Одну из пород. Черную, наверное, надо будет убрать, да? Так, смотреть. Яйца и размножается. Может принести неплохую прибыль. Ну да, наверное, черных оставим, белых заберем. Так что все, все, ребят, всем мур-мур. Всем пока-пока и до потом.